Всем здравствуйте, доброго, хорошего утра. У нас сегодня погода чудесная, ни ветра нету, солнышко ярко светит. 8 градусов, но показывает, что днем будет 12, может быть и больше. Скорее всего, будет и больше. Едем в садик, везем и Мишку. Утром еле-еле проснулись с криками, что никуда ты меня везешь, никуда я не поеду. Я хочу отдыхать, я не хочу садик. Как обычно, так как целая неделя праздничные дни и расслабились. Режим сбился у нас. А где Диана? Сейчас проехали уже. Да, уже проехали. И Алечке сегодня в школу. Он какой красивый. Рейхан, базилик. Ой, как я люблю утро покупать зелень. Вот горную кинзу тоже возьмем. Это возьму. Такой вот добрый пучок. Это не пучок, это целый куст. Потом кинзу. Вот это тоже. Обязательно две штуки я возьму. Сделаем зеленый борщ. Какие пучки огромные. В один кулек не помещается. Я тоже удивилась. Давай еще кулек возьмем. Ой, какой запах. Вот две штуки. Две штуки я возьму. Зеленый лук. Потом вот эту травку я возьму. Да. 8 кинзу взял. Кинзу две штуки. Не, горную взяли такую, две штуки кинзы. Я приду, все перемою. И сделаем зеленый борщ. Вот хороший. Кроп. А, рейхан взяли, да? Все. И лук. Лук. Лук зеленый. 25 копеек стал зелень. Нет. Чеснок тоже есть молодой. Морковь куда 20. Редька. Так, значит, цены на перец. 5 манат, как подорожал. Перец. Баклажан и манат 70 стали. А огурчики 2,50. Огурчики здесь дешевле, но мы вчера купили огурцы. Нам не нужны. Помидоры 4,50, а вот наши любимые 4 маната. И вот пьем здесь компотики, покупаем такие вкусные за 1 манат. Бесподобные домашние компоты. Вот возьму фейхоа. Ну так давай в руках. Белые огурчики 4 маната. Листья 3 маната, вот такая вот баночка. Яйца за 20 копеек. Мандарины дорого, за 3. 4 лимона за 1 манат. Помыла свежую зелень. И сделала еще кюкю. Вот сейчас готовится. Еще не готово. Такой вот завтрак у нас сегодня. Аромат свежей зелени, это что-то.
Ну вот, поясняю, кю-кю – это яичница с зеленью. И едят обязательно его с гатехом. Посмотрите, какая чудесная погода. Даже куртку не накинула. Кофточка у меня короткий рукав. Вышла вам поснимать немножко сад. Как приятно. Солнышко так греет, так хорошо. И цветочки покажу вам. Первые цветочки уже появились. Все насекомые проснулись, работают. Птички поют. Ну, весна на улице, весна. И сердце радуется и успокаивается. Все-таки успокоение – это природа. У каждого, конечно, свое, для меня природа. Хочу всем пожелать хорошего настроения, хорошего дня, крепкого здоровья, благополучия, мира нам всем, спокойствия, душевного равновесия.